Не правда ли, мессир? Ну да, мессир. Давайте же воздадим должное московскому народонаселению. А где же ты сядь, как меридианы? Видимо, сегодня состоится наш сеанс черной магии. Да, подписан ли контракт с театром Бриэфэ? Не жалко беспокоиться, мессир. Один момент. А директор Бриэфэ, товарищ, надеюсь. Симпатичнейший Степан Богданович, честь имею вам напомнить про контракт. Контракт? Я гляжу, не вылезь, повесь мы за ночь, и изрядно позабыли важный факт. Хорошо, оно же тяпнет водочки по сотке, и на память возродится все само. Симпатичнейший Степан Богданович, все равно в квартире лишних вы давно. Да, но мы ее заимствуем лишь на ночь. Может, я с вами потеснусь? Исключено. Но, форс-мажор, Невич, all inclusive, в смысле полный гарантирует вам бардак. Полна у вас на эту пищу на все. Конечно. Avec plaisir. Thank you.
Терзаються діла і боги. Квартирные вопросы испортил. Наденьте голову.